Скажите, музыка перестала быть самоценной вещью? Музыка больше не существует без видеоряда, продолжая ту историю, которую до включения камеры вам рассказал, как мы ходили на концерт, там не хватало видеоряда. Музыки нет без видеоряда, музыки вот, нет? Есть, конечно. Нет, в современных условиях я имею в виду, она существует как самоценная? Конечно. Да? Конечно, да. Не, она есть, и все-таки. Но это, я думаю, что это касается такого слома, разрыва образования. Надо все-таки, Советский Союз был специфическим государством, сейчас, с этого времени, когда мы смотрим назад, да, но там было очень много хорошего. В том числе союзные государства, которые были, они по принципу разработаны, вот эта методика обучения, которая была, мы говорим о классической музыке, да, на самом деле джазовая музыка то же самое, в радио всегда звучала классическая музыка, в школах была определенная система, и сейчас вот союзными республиками там проблемы с этим, в той же самой Армении, наши с вами, очень большой проблемой стала эта линия, классическая музыка. Там считается, что если ты занимаешься музыкой, значит, ты там ерундой занимаешься. И от этого очень многие страдают. Что касается вот видеоряда, это вот эти новые тенденции монетизирования, чтобы люди начали ходить, потому что залы потеряли публику. И это стал поводом вернуть в залы людей. Например, в Доме музыки есть проект, уже несколько лет он идет, и дирижером этого проекта мой друг Александр Барканский. У него свой оркестр, и у них есть видео, которое набрало за очень короткий срок там больше 3 миллионов просмотров. Из Дома музыки кто-то снял и выложил. У них огромный экран, они играют музыку кинофильмов. Саша, играет тот кроссовер же, да, у него основной? Страдиваленки. Да, да, ну, конечно. Тот же самый, Саша. Он есть в проекте, тоже да. Самое интервью. Да. Вот. И битком зал. Битком. На виртуозы Москвы может не пойти столько людей. А как это просчитать? Есть какая-то не схема? Это, я думаю, что это современная жизнь такая. Плюс образование, плюс воспитание, плюс клиповое мышление. Я, в общем-то, работал когда-то с детьми, потом добровольно уже закончил эту тему, потому что нервов не хватает. Потому что дети, но это не дети, это их родители. Они в музыкальной школе нашли бесплатную государственную, очень классную, высококвалифицированную няню. Бесплатно. Они сдают ребенка. Условия желательно, чтобы все уроки были в один, потому что они из школы приходят туда. И желательно, чтобы максимальное количество музыкальных предметов было вот до вечера. Прямо, чтобы ребенок сидел там, потому что мама, папа работают. И потом они их заберут. И сольфеджи, музлитература, хор, специальность. И у ребенка все расписано, и у ребенка сидит вот до конца в школе. Много часов. Может ли он что-то воспринимать? Нет. И когда ты начинаешь общаться с родителями, понимаешь, что им, в принципе, до фига. Они очень редко, кто серьезно к этому относится, они не понимают, что через там, то же самое фортепиано, когда я преподаю, я могу по ребенку, как он занимается, как он подготавливается, как он сидит, определить вообще, что у него в жизни вокруг него творится. И вот это клиповое мышление, а у них не хватает концентрации больше там от нескольких секунд до максимум там от 2-3 минуты. У них мозг устает, потому что они не понимают, почему надо не 3 раза, в лучшем случае, а 23 раза или может 43 раза повторить одно и то же. Потому что у них в руках телефоны, где они нажали и получили результат, набрали, получили результат. И дальше вот это поколение. Я это заметил где-то в 2010 году уже. Я начал этот термин использовать, клиповое мышление. И дальше вот сейчас уже студенты, которым 19 лет, 20 лет, 23 года, 27 лет, у них точно такое же мышление. У них не хватает, я сейчас больше работаю
с профессиональными вокалистами, студентами, солистами, как вокальный коуч и как по постановке голоса, техники голоса. У них не хватает терпения. У них один раз получилось, и они думают, что, ну, раз, то есть ты кнопку нажал, получилось, значит, так же надо делать. Они не понимают, что оно убегает, ты должен сделать многократно одно и то же. Есть сапожник, который занимается починкой обуви, есть сапожник, который занимается обувью, которая стоит 1000 евро. Почему оно стоит 1000 евро? Потому что он изо дня в день многократно эти гвоздики выверял и одинаково бил. Он выверял эту... Он может, в принципе, смотреть на тебя и делать. У него мышцы уже привыкли, но он делать не будет. Он будет это выверять и делать. Поэтому эта обувь стоит 1000 евро. Я эту метафору моим студентам говорю. Они мало кто понимает. Они не понимают, что если ты... А что такое? 5 сантиметров сделал? Делал. Да, но ты должен это делать. Глазами, руками, высчитывая. И у них не хватает терпения делать одно и то же, которое, собственно, в музыке ты должен быть сапожником. Ты должен одно и то же равномерно изо дня делать. Ну, это то, что называется ремеслом. Да. Ты должен даже вдохновение, ты должен отрепетировать. Даже порыв эмоциональный ты должен отрепетировать. Вы знаете, я вам сейчас скажу одну вещь, и вы не сможете не согласиться. Цивилизационные процессы не остановить. Правильно же? Это будет продолжаться. И чем дальше, тем больше. Но должно же быть какое-то решение. Вот. Взрыв – это шикарная тема. Я все время задаю вопрос, вы ждете чего-нибудь? Вы ждете этого взрыва? Вы как-то чувствуете приближение? Ну, например, в этом году он был, в прошлом году. Например, пандемия, вы да, видите, конечно, что? Он остановил движение. Вот вспомните весну. И для меня это, потому что моя скорость в жизни была настолько чудовищной, что, то есть, когда ты спишь 3-4-5 часов в сутки, там засыпаешь в 2-3, просыпаешься в 7-8, и так в течение нескольких лет уже, потому что у тебя несколько проектов. У тебя мозг превращается в какой-то вычислительный центр. У тебя здесь эта ячейка отвечает за это. Ты превращаешься в какого-то робота просто. С блокнотами я уже все записываю, все. И вот этот карантин, который был, я первые 2 недели мне было плохо, потому что я вскакивал, что что-то надо делать. И какой-то нервный тик был. Своеобразная ломка, да? Да, то есть маховик начал в другую сторону крутиться, и потом ты попал в нирвану, потому что, оказывается, в принципе, на самом деле никуда бегать не надо. Все, ну, сейчас будет... же опять начинаете бегать? Ну, не в том режиме. Я сейчас, конечно же, есть, этот беготня есть, но я понимаю, что очень много беготни было зря. Очень часто не надо, может, это жестко будет звучать, но есть люди, которым, когда ты достаточно много уже сделал, и когда есть люди, которые там хотят понять, что ты хочешь, или присоединиться к проекту, или чего, не надо ему объяснять, садиться, все досконально объяснять. Просто есть уже опыт, я там очень быстро могу понять, стоит тратить на это время или нет. Если я понимаю, что нет, я не буду тратить время больше на это. Это может эгоистично, но это эгоистично не только для меня, в мою сторону. Я лучше это время потрачу на другого человека. То же самое с учениками. Если он не понимает, если ты ему говоришь чего-то, а он это трансформирует, он хочет это все по-своему делать, я не буду тратить время. Но возникает вопрос селекции на входе. Кто ее осуществляет? Вот кто учеников вам набирает? У вас частная имеется в виду практика? Да. А в учебных заведениях? Я к тому, что количество музыкантов, количество музыкантов невероятно. Да. И как-то Нино Темпо, такой был замечательный саксофонист, и он есть, дай бог ему здоровья, завтра ему исполняется 85-86. Он как-то сказал, что в 30-40-х музыканты играли, конечно, не так технично, но они играли сердцем, в отличие от нынешних. Да. Вот это же громадная тема, да, что люди выпускаются, и уровень падает. Он технически, он не падает. Технически не обсуждается.
Есть... Но Каунт Бейси брал одну ноту, этого было достаточно, да? С аранжировками, конечно, конечно, мощно. Ну, это, если мы там берем сейчас даже конкурсную историю, есть очень много талантливых ребят, которые действительно трогают. Например, из молодых современных классических пианистов, кто меня трогает, это, значит, Константин Емельянов. Он стал лауреатом третьей премии конкурса Чайковского последнего. Я этого молодого человека знаю еще с 2012 года в клубе Козлова, когда он приходил ко мне обыгрывать произведения. И первое произведение, которое он играл, был большой блестящий полонез, «Анданте спианато», большой блестящий полонез. Он чистый классик, да? Да. И это впечатляло. Со второго курса ему было там 16-17 лет. Он периодически, он и на эту площадку приходил обыгрывать в кафе «Март». И в клубе «Козлова» неоднократно был. Я видел вот его эволюцию. Я в нем слышу старую школу. Вот он играет, я его хочу слушать до конца. Большинство пианистов современных, которые сейчас играют, я включаю несколько секунд, я закрываю, мне не нравится, потому что те же самые, я себя проверяю, я включаю записи Рубинштейн, Горовиц, мой профессор Штаркман, там, есть, слава богу, записи Рахманинова, Игумнова, Нейкауза, Рихтер, Гиллельс, Фишер, многие, и ты открываешь, и тебя цепляет, они тебя всасывают, и ты не можешь оторваться. Согласен, но то хорошее, что было в Советском Союзе, вот это была селекция, да. Все-таки там люди просто так не могли попасть. Какой-то это было воспитание, но там был и жесткий режим, другой. Очень много талантливых людей, которые не имели крепкой нервной системы, они сломались, они спились, они погибли, они уехали. Ну, сейчас то же самое происходит, по большому счету. Да, на моих глазах были поколения, как они поступали в консерваторию и как они не заканчивали консерваторию. Либо спились, либо... То есть вот этот вундеркиндизм, который есть... Это же вот спецшколы, это, конечно, очень крутая история. Это... Те самые интернаты, да, для одаренных детей. Ну, это инкубатор гениев, очень талантливых людей. Но я считаю, что у них психика очень сломленная. У них нет детства. Ну, художник в общем смысле, это тоже, в общем, человек с непростой, да, психикой. Как, но, например, Денис Мацуев, я его лично не знаю, не могу сказать, что большой поклонник, но это очень талантливый человек. Очень ударенный человек. Но насколько я читал, что он в детстве занимался совсем чуть-чуть, он играл только в футбол. Для меня вот нормально это так. А когда тебя выводят, и ты с утра до ночи, твои родители тебя держат, и ты с утра до ночи только в инструменте, то твой мозг, он не адаптирован. Они выходят в современную жизнь, они особенно сейчас. Скажите, есть ли в этом... Есть ли какие-то рецепты, чтобы поправить эту систему? Потому что сейчас я много читаю, много по этому поводу даже пишу, и натыкаюсь все время на цитаты, когда великие музыканты, джазовые в основном, ругают Беркли, например. Ругают Беркли, самое, да, крутое в мире фактически, да, музыкальное училище джазовое. А есть какие-то рецепты, чтобы, во-первых, ну, пункт такой первый, селекция, чтобы отбор производился грамотно, а не абы как, чтобы на телевизоре, извиняюсь, или там на радио не появлялись люди, которые умеют играть, не более того. Но вы понимаете, что и как на телевизоре до сих пор те люди, которые в 70-х. Это понятно. Да. Но, опять-таки, вернемся к Советскому Союзу, все-таки первые лица государства постоянно сидели в каких-то там театрах, да? Да, этого сейчас нет. Об этом и речь. Вот. Вы совершенно правильную тему затронули. Именно оттуда шла культура, что первые лица государства, они ходили, они считали должным знать это. Вы представляете, там научный сотрудник Института Советского Союза и научный сотрудник Института Современного. Тот научный сотрудник Советского Союза мог заткнуть любого классика, академического музыканта по своим энциклопедическим знаниям.
Сейчас, вы думаете, он сможет? Нет. Так рабочие заводов знали, потому что Ростропович там играл в «Обеденный перерыв». И радио, помните, было? Да, да. Как, час какой-то был, да? Да, вся интеллигенция имеет. Кстати, начиная, да, может, там не все рабочие заводы, да, но это была фамилии культура. Знали. Это была культура. Сейчас, как вам факт, что студент Гнесинской академии, который закончил Гнесинскую академию и ни разу не был в оперном театре, вокалист? Я не удивлен, честно говоря. Я когда это узнал, я был в шоке. Я говорю, как? Как? Зачем ты учился? В Ютубе же есть запись. Зачем ходить? И мы сейчас вернулись обратно не просто к видеоряду, а, значит, собственно, вот этой истории контента. Его стало много. Я недавно выкинул, просто у меня сердце кровью обливалось, мои коробки с кассетами, которые я собирал в студенческие годы. Это было, мы передавали, вы помните? Конечно. Передавали друг другу, собирали эти кассеты. 3 рубля, 5 рублей стоило. Да, Sony Maxwell TDK я брал, у меня вспоминал детство свое. А почему вы кинули это? А потому что все это есть. Все это есть. Это все есть в открытом доступе. Оцифрованное. В Ютубе все. Ремастеренное. Да, 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 все, это все есть. Это все есть. То есть рецепта никакого, как привести в порядок это дело. Вот как сделать так, чтобы... Я не знаю даже, что это сделать. Это от человека. Не знаю, что сделать надо. Это от человека зависит. По-моему, тут есть такой момент, да? Главная ценность в жизни – семейная ценность, да? Семья. Да. Это тоже у нас не пропагандируется. Просто говорят так вскользь. Но семья должна воспитывать. Это, да, опять в Советском Союзе это... Считалось нормой ребенка вести там в театр оперы и балета, да, слушать того же Щелкунчика, смотреть и слушать, да, там масса детей. Но сейчас есть люди, которые водят, а есть люди, которые... Зачем? Зачем? Это, собственно, должно произойти, я думаю, что должно произойти вот это разделение четкое. Кто этим занимается, кто этим занимается. Но я не могу сказать, что настолько плачевно. Я знаю, я просто не так много общаюсь с этими людьми, поскольку они не из моего пула, не из моего спектра, что я вижу. Я, если они даже попадут, я помогу им оттуда уйти. Они мне не интересны. Но они, у них есть свои интересы, у меня есть свои интересы, да. Есть люди, которые в какой-то момент все-таки хотят узнать, а что такое классика. Они начинают ходить. Кому-то нравится, кому-то не нравится, он говорит, не-не-не, это не мое. У меня есть история одна, которая была в клубе «Козлова». Поскольку я начинал после Алексея Семеновича в 11:30 ночи, то после Алексея Семеновича оставалась какая-то публика, которая была изрядно выпившая иногда. Однажды была история, когда там был человек с такими весовыми наколками на руках, и с ним была компания, которые достаточно шумно вели себя. Я один раз подошел, второй раз, третий раз, значит, слава богу, до каких-то там особо больших разборок не дошло. Как бы главный остался, все остальные, значит, отматерились, ушли. Этот главный остался, слушал. Вдруг на следующей неделе этот человек приходит в костюме, одет трезвый. Он сидел, слушал. Я говорю, а что тут? Говорит, не знаю, говорит, что ты вот. Потом еще раз. Говорю, ну, честно, говорю, раз приходите, значит, нравится. Ну вот, говорит, ведь я должен признаться, что, значит, я был неправ. И вообще-то он вспомнил историю, как однажды, значит, он довел до того, что мальчик-пианист, который над ним снимал квартиру, вынужден был уехать, потому что он ему не давал заниматься. Потому что тут играл, это не давал. Потом он пришел, сказал, ты знаешь, я был в опере. Это круто. И я тогда понял, что я победил. Вот тот проект, который я делал, «Опернайт». Если я, этот человек, он жалел, он вслух сказал, что он жалел, что он
прохерил жизнь. Но и для него, вот, пожалуйста, он пошел, Станиславский смотрел там какую-то оперу, по-моему, «Богему», он говорил. Угу. Ну вот вы сами удачно подвели к вопросу следующему. Я хотел его задать, и все время у меня крутятся эти две строчки пушкинские, да, в одну телегу впрячь не можно, коня и трепетную лань. Да? Частный случай, замечательный то, что вы рассказали. Но вы сами поставили вопрос так, что такое класс, что такое опера, да, что такое балет? Это же не просто действо, которое происходит на сцене, это весь остальной антураж, да? Это никаких столов с выпивками, это места, это гасит свет, да? Начинается действо, ну, в худшем случае кто-то что-то еще говорит перед этим действом, да? Начинается действо, и зрители в зале сидят, как будто, я не знаю, как в кинотеатре, ну, условно. Да. Да. Опера Найт немножечко не понижает уровень вот, восприятия. Я имею в виду не для слушателей, слушателям наоборот в кайф, мне кажется. Вот они приходят что-то послушать настоящую музыку, да, еще есть возможность выпить, да, классическую. А вот сами артисты, не станет ли для них это лучшим вариантом? Потому что же, ну, из 100% людей, которые выпускаются из конца, да, точно у 95 не будет главных ролей. Ни в большом, ни больше. Это не понижает их внутреннюю планку? Они не разжижаются? Этот вопрос был... Периодически мне кто-то задает вопрос, но ответ очень простой. Сегодня конкретно будет Opera Night номер 171 за 9 лет. Когда я стартанул в клубе Козлова, это был 2012 год, 15 июня, 22 июня. И мы ушли в каникулы. Все в один голос сказали, что проект... То есть в сентябре мы не стартанем. Я говорю, стартанем. И мы там сделали 100 вечеров. Дальше я перешел в кафе «Март». И здесь прошло уже 70 вечеров. И тот уровень, который идет, я всегда собираю разный состав. Публика, которая приходит, она знает, что она приходит на вот вдохновение. Они знают, что это классический джем-сейшн. Историю, которую придумал я. Это шикарная история, спору нет. Когда-то я решил, что почему есть в опере, в джазе джем-сейшн, а в классике нет. Это было давно, в 2008 году, когда была Олимпиада 80, помните, да? Конечно. Вот, я был туда попал, познакомился там с Арайком, и, собственно, я ему предложил, и дальше 4 года шла история, когда вот этот во мне созрел эксперимент, и в частный концерт, и в какой-то момент оно созрело. И Арайк сказал, говорит, тебе надо прийти, мы взяли новый клуб. Я это сделал. И условия игры одинаковые. Мой концертмейстер, у меня играют в проекте лучшие концертмейстеры Москвы. Это люди, которые, я сам пианист, сам играю, но я точно знаю, что я не играю так, как они. Поэтому я не играю. Потому что эти люди, мне нужна некая подготовка, моя личная, да, что элементарно я должен сесть, посмотреть. А они постоянно в этом работают, да, у них в руках все это. И... Безусловно, когда-то я играю. И концертмейстер, который у меня, это лучший концертмейстер в Москве. Они играют все, что угодно, в любой тональности. С потрясающим, красиво сделанным аккомпанементом, если это касается какой-то, знаете, как репертуар со шмальцем надо сыграть. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот они делают этот шмальц, делают так, что мало не покажется. И вот, эта искра творческая, которая происходит, и музыканты и публика приходят, они приходят на это, потому что вот эта непосредственность, вот этот нерв, который есть, потому что ты пианист первый раз видишь. Например, 30 декабря мы делали новогоднюю Opera Night, и у меня было два Дон Жуана и одна Церлина. Они просто на месте договорились, давайте вот просто экспромтом сделаем сцену. Как Церлина с двумя донжуанами будет разбираться? Этот ролик у меня на странице, вы потом можете посмотреть. Смотрю, с удовольствием. И они делают, ты понимаешь, что они сходу вот это все делают, и в этом есть логика. То есть это самый настоящий сейшн, да? Да.
Но дальше, то есть они повторить уже это не сможешь. Это был вот этот драйв, адреналин, который происходит, он происходит там. То же самое, когда просто солист, аккомпаниатор, солист понимает, что он должен быть на контроле. Потому что он вообще не знает этого пианиста никогда. И уровень не упал, уровень наоборот очень сильно поднялся. И люди, которые когда-то осуждали меня за то, что как я имею право, значит, академическую музыку, халтурно давать, эти люди пришли. Я как раз хотел спросить, вы критические стрелы получаете от высоких академических музыкантов? Мне они не интересны вообще. Мне они не интересны. Вот здесь мне они не интересны. Вы считаете ли это проект? Образовательный проект? Вот, я как раз хотел спросить, это образовательный? Это образовательный проект. Это для тех людей, которые потеряли этот момент, они слушали какие-то идиотские песни когда-то, в 90-х годах. Или пичкали, них, они не слушали. Да, или пичкали. У них не было времени, или чего-то. И они сейчас стали самодостаточны, они хотят принюхаться. Есть люди, которые, попадая в театр, которые никогда не были, даже взрослые, там про детей не говорим, их может сильно, они не понимают уровень. Смущаются. Да. А когда ты приходишь сюда, и тебе в лайтовом режиме объясняют о персонаже, что он конкретно, о чем он будет петь, и когда ты начинаешь слушать уровень, а вот это студент, а еще так, там, еще ему надо позаниматься, о, а это профессионал, он начинает понимать, что такое хороший голос, крутой голос, там, мировой голос, студенческий голос. При этом есть студенты, которые могут просто утереть нос любому солисту московского и не только московского театра. И это такая площадка. Это интересно. А есть ли у вас, скажем так, конкурирующие? Были. Предприятия? Были, они возникли сразу же, в первый же год, потом еще кто-то даже назвался также Opera Nights. Mm-hmm. Вот. И неудивительно. Было забавно, что они еще мне прислали письмо, что они вот такой знаменитый проект, который сотрудничает с проектом Opera Tachi в Нью-Йорке. Opera Tachi — это... Да, я знаю. Я читал одно из ваших интервью, да. Там говорили об этом. И владелец Opera Tachi, как его, Леонардо, итальянец, когда мой друг Гриша Трусов, маркетолог, очень известный маркетолог, первый человек, кто ввел Opera Night номер один, потому что я не рискнул выйти на сцену. И Гриша мне рассказал про Opera Tachi, а он, конечно, когда-то жил в Нью-Йорке давно, 90-е, 2000-е начало, и он туда ходил постоянно. И когда он вернулся туда, сказал, в Москве вот открыли такой, но там концерт другой, там каждый вечер новый состав. Mm-hmm. Вот этот владелец этой истории, он был очень удивлен. А, то есть там только этот проект, да? Там этот проект, там костяк, несколько людей, которые каждый вечер там находятся. Метрополина опера? Не, туда могут зайти кто-то из там отдохнуть после спектакля. Да? В смысле, они не принимают участие, на сцену не выходят? Не, там есть записи, где, например, Роберт Алания может выйти там спеть. Но это хорошая история. Очень. На Западе это нормально. Я просто сломал шаблон, советский шаблон, что после дождика в четверг все будет круто. Это неправда. Поэтому очень много талантливых людей погибли в прямом переносном смысле. Потому что им не давали возможность делать то, что они... Это нельзя, так на сцену нельзя. Кто сказал это? Ты не имеешь права выходить на сцену, пока вот не выучишь. Где эта грань, пока не выучишь? Я понимаю, проклятие, пока ты не доел. Проклятие высшей музыкальной школы. Рамки. Это их же рабство, это неправда. За это, когда вначале было, я говорил там с профессорами чего-то, конечно, они говорили, но они ничего не понимают. При этом есть люди, которые своих учеников, да, они понимают, им надо откатать сцену, им надо откатать программу. Ой, у вас вилки-ложки.
Вы сегодня будете, вы услышите, ни одной вилки, ложки не работает. Ни одного телефона не звонит. То есть даже предупреждать не надо, да? Нет. Ни одного телефона. Сколько телефонов звонит в концертных залах? Да. У меня ни один раз. Ни один раз не сработал ни один телефон. А у вас уже сложилась аудитория? Да. И это очень хорошая аудитория. Это понятно, что это очень хорошая аудитория, но если это образовательный процесс, его нужно как-то ширить. А возможно ли это сделать сразу не в одном месте, а сразу... Я очень верен моим договоренностям с моими друзьями. Угу. То есть это эксклюзивный проект, который проходит в кафе «Март». Угу. В другом месте, пожалуйста, но это коммерческая история уже. Угу. Потому что здесь есть своя история. Ну, это то, о чем когда-то сказал Дэк Шицер. У нас, в отличие от западной школы педагогики, любой ученик – это собственность профессора. Да. И очень большие обиды, если он уходит, вдруг захочет полгодика поучиться себе с другого. Да, это тоже советская история. Но вот то же самое вы говорите. Мой профессор за несколько месяцев до смерти, я его видел в мае месяце последний раз, и он сказал, то есть мы общались, он сказал, говорит, никогда не ждет учеников благодарности. Я говорю, почему? Я же к вам. Говорит, просто не жди. Вот. И это я сейчас понимаю, что он имел в виду, потому что это твой ребенок. Ты в него вкладываешь, ты его ведешь, ты понимаешь, что происходит. И он может учудить чего-то. И тебе придется с ним распрощаться. А вот что будет, когда через лет 20 преподавать начнут те, которых выпустили пачками? Но это произойдет не через лет 20, это произойдет скоро. Угу. Потому что, не будем указывать пальцем, факультеты и вузы, но если посмотреть, это уважаемые люди. Большинство из них, но среди них есть люди, которые попали туда по каким-то своим связям советским. И я не работаю в этой системе и не стремлюсь, поэтому имею право сказать, что это не секрет, что на кафедрах, например, там вокальная кафедра одного вуза, четкие ставки, сколько стоит поступление, об этом знают все. Человек, который возглавляет кафедру, он ничего из себя не представляет. Он никогда в жизни не пел. Но он четко сидит на этом месте, получает чемодан денег за фикцию какую-то. Та сумма, которая стоит там взятка для поступления, на эту сумму можно будет учиться в Европе. Он часто по поводу патриотизма выступает. Ну так. Говорит, что патриотизм это главное. Не знаю. Вот. И я знаю ребят, которые не поступили. Они у меня учатся. Потому что в Армении же это произошло. Рабис там все, похоронил все, что можно, да? То, что сейчас произошло там, это одна из. Один из вариантов того, что здесь. Мозг атрофировался. Мозг атрофировался. Почему вы здесь? Почему я здесь? В Армении любят говорить, что армянская нация очень талантливая, безусловно одаренная. В любых цивилизованных странах достигают больших успехов. Но большинство армян, которые что-либо сделали, они находились за пределами Армении. Если честно говорить, то если ты что-то можешь делать, тебе не дадут ничего делать. Потому что твой начальник будет чей-то родственник, который поставлен, чтобы получать зарплату. В том числе этот Рабис. А вы включали телеканалы Армении? Нет. Там идут сериалы, там все, что происходит, там все действия происходят в тюрьме. Либо люди как бы опомнятся, что такое ценности, да? Собственно, считаю, что то, что произошло сейчас в Армении, это яркий пример того, что когда ты переходишь на сторону денег, я считаю, что там Армения в какой-то момент, наверное, одна из самых коррупционных стран стала. Там ничего нельзя решать,
Сейчас не знаю как. Но в какой-то момент ничего нельзя решать без взятки. Это катастрофа. Но ведь в Армении же существует и масса же там джазовых хороших. Ну не масса, конечно, там несколько джазовых там есть, клубов, да, знаменитых, да? Да. Они не работают, они не играют свои роли. Люди арменчика все слушают. И как вообще? Не-не-не-не, там вот это джазовое направление. Я не очень хорошо знаю, но я знаю там, я Вагнер знаю, да. И это направление, как раз джазовое направление есть. Оно как элитарное, и туда ходят люди со вкусом. Мы говорим конкретно, если как классической, то там, я считаю, не очень хорошо. А продолжат люди уезжать, да, думаете, в нынешней ситуации? Я не скажу от себя, я придержу мое мнение при себе, я скажу от трех человек из трех, которые мне сказали, что если предыдущая власть придет туда, они уедут из Армении. Не мудрено. Ну, нет, мне кажется, нет никаких вариантов, что они придут. Нет, потому там. Ну, а то, что происходит, это я все считаю, кричат, что они против. Зачем нам это возвращение? Ну и этот. Несмотря на то, тоже, что к Никола отношение упало до ниже плинтуса, да? Но надо понимать одну специфику армянского народа. Они готовы обвинять всех, кроме себя. Они не готовы в себе встать к зеркалу лицом к лицу к себе и сказать, что он сделал. Они не могут даже извиниться перед человеком. Согласны? Согласен, но сегодня, они, мне кажется, могут честно признаться, что я был неправ. Разве это не грандиозный повод пересмотреть это все? Просто страшный повод. Если они захотят пересмотреть, перестать обвинять всех вокруг и в первую очередь самому себе задать ответ, что ты сделал. Я понимаю, я живу не там, я живу здесь. Я, находясь отсюда, я нахожу повод периодически чем-то помогать. Но по поводу помогать, у меня есть тоже моя концепция и мое отношение. Помогать нужно только тому, кто умеет брать помощь и пользоваться. Если человек не умеет брать помощь, то что ты даешь? То не надо давать. Ну, как говорится, не рыба, а удочку. Да. То есть ты должен дать, и этот человек должен уметь пользоваться этим. Тогда ты получишь удовлетворение от того, что он из этого сделал. А если он это взял, ну и взял, ничего. Да. По поводу Армении, пока не научится вот просто самим себе сказать, что я сделал. Признаться, что это неправильно. Так жить неправильно. Ну, представляете, как может армянин отказаться, который, особенно чиновники там, отказаться стать честными и лишиться. Вы видели их дома там? Конечно. Откуда это эти деньги? Ужас. Откуда это эти деньги? В Армении нет ни одного нормального производства крупного, ничего нету. Откуда эти деньги? Эти деньги все втекают туда из-за рубежа. Очень много из России. Но их последний, они приходят к людям, люди приходят там в какие-то магазины, тратят, и последняя точка, где останавливаются эти деньги, это карманы определенных людей. Дальше эти деньги же, они должны работать, они должны перетечь во что-то. Но они там застревают. Как тут не вспомнить, очень много по сети сейчас ходит одна и та же история. Про Черчилля, который, будучи премьер-министром во время войны, принесли ему на утверждение бюджет очередной, и он не нашел там расходов на культуру, или нашел их очень урезанно. Да. Он сказал, зачем мы воюем, если у нас на культуру расходов нет. Да. Вот мне кажется, Совершенно верно. Точно. Там нет расходов. Ну, вы знаете скандал с Константином Арбеляном? Нет. Когда нет. Его господин Пшинян и его команда захотели убрать из оперного театра. Якобы потому, что он не говорит на армянском языке. И человек, который вложил в этот театр колоссальное количество личных средств, они пришли проверять его, откуда у него эти деньги, почему он вложил. Это театр, который за последние много лет, за исключением последних 2 года, никуда не ездил.
Они открывали, по-моему, в Кувейте театр. У них были планы, они приехали в Большой театр, дали спектакль. У них были планы турне по Америке. Этого ничего не было. Но этим людям удобно так держать. Остается надеяться на лучшее. Надеяться и какие... Знаете, я приверженец теории малых дел. Что-то на своем месте маленькое дело. Каждый должен делать свое маленькое дело правильно, честно. И это может стать примером. Если ты делаешь, и от того, что делаешь, твои вибрации кого-то касаются, он смотрит, даже если один человек, ты делаешь правильное дело. И это не только касается Армении, нет? Это вообще, нет, это вообще не принцип жизни. Да. Просто Армения – это сейчас яркий пример вообще всему миру, что происходит, когда ты убиваешь культуру. А однажды в разговоре с одним моим русским приятелем, он сказал: слушай, ну вы же одинаковый народ, там армяне, турки, азербайджанцы, говорю, ну с чего это сделать? Говорит, у вас музыка одинаковая. Потому что армянская перестала существовать, да, в пространстве? Я задумался. Я, в принципе, музыку не считаю. Это не музыка, это мусор. Абсолютно. Это мусор. И когда у тебя из всех дыр льется... Вываливается вот это, мусор? Да. Вот это вываливается мусор, то ты как бы в мусоре живешь, и тебе становится... Там да, есть... как в том анекдоте, помните, старом, это наша родина, сынок, да, про глистов. Да. Но я знаю замечательных оперных певцов, которые мировые, которые живут в Армении, они оттуда выезжают, потому что они фанаты своей родины. И с одним из них я общался, он просто в трагическом состоянии, он не знает, что делать. Он готов и он просто говорит, я понимаю, что мне будет плохо, но я больше не хочу так жить. Это один из там востребованнейших певцов в мире. К сожалению, мы закончим интервью все-таки на ноте не очень. Все будет хорошо. Конечно, я тоже в этом уверен, но, как вы верно сказали, надо посмотреть на себя в зеркало. И... Да, мы должны отвечать за себя, что мы делаем. То, что тот человек по-другому делает по-другому, это его выбор. Вопрос, да, как отсекать. Это сложный вопрос. Но каждый должен делать свое дело. И делать его хорошо. Спасибо. Спасибо.